Летний поход в Пустозерск совершен. Прихожане Богоявленского храма посетили первый русский город в Заполярье, который становится местом паломничества православных два раза в год. Зимой и летом туда направляются церковнослужители с прихожанами, чтобы отслужить молебен и побывать на Святой Земле. В 11:30 утра в морском порту Нарьян-Мара оживление. 7 катеров один за другим отчаливают от берега и устремляются в направлении Пустозерска. 40 минут по полноводной печоре и делегация на месте. Организованной колонной под предводительством владыки Иакова прихожане идут по Святой Земле. Два раза в год, зимой и летом, здесь проходит молебен. В этом году шествие посвящено столетию возрождения патриаршества в России. В руках верующих – Тихвинская икона Божьей Матери. Она почитается прихожанами и является символом заступничества и покрова Божьей Матери на Северной земле. Мы молились о том, чтобы дело воссоздания основ бытия православной Руси, возрождения духовного нашего Отечества, русской Арктики, всей Великой России – благоуспешно совершалось. Поздравляю всех, особенно тех, кто был рядом с нами в этот благословенный день, и всех наших северян, потому что, несмотря ни на какие обстоятельства, все равно это наше общее дело. Владыка отмечает, с каждым годом в Пустозерск приезжает все больше людей. В этом году паломников более 60, дети, пожилые, молодежь. Среди них многие посетили Пустозерск впервые. Ну, первое впечатление – это, конечно, дорога до Пустозерска, потому что широкая большая вода, большие волны. И вдруг среди ничего, да, мы приплываем на место. И здесь когда-то стоял древний город. Конечно, побывать на той земле, где сейчас ничего, ну, как бы нет уже, да, никто не живет, но это место все равно, оно какую-то сохранит, видимо, память о прошлом. Вот, это, конечно, вот чувствуется вот эта вот как-то связь времен, тем более здесь еще была молитва. Традиция зимних и летних крестных походов берет начало с 2012 года. С тех пор у верующих Ненецкого округа появилась возможность посещать первый заполярный город, молиться за процветание Северной земли и возрождение святых мест Пустозерска. Валентина Чипичек, Леонид Шишилов, телеканал «Север».